Итак, дорогие подписчики, друзья, всем привет. Прибыла нам вот такая машинка на переделку. В общем, разбираем до болтика и будем строить новый проект. Будем скрещивать вот это и ГАЗ-66. Так что, если кому интересно, что из этого у нас получится, подпишись на канал. Не забудь оставить комментарий. Сейчас покажу. Вот наша кабинка сделана. Как видим, водитель уже там сидит. В общем, приступаем к скрещиванию из баги ГАЗ-66. Итак, друзья, разобрали. В общем, прикидываем базу. Колесики у нас другие будут стоять. Конечно, бы хорошо с такими колесиками, но колеса у нас будут более агрессивные. Продолжаем в этом же духе. Сейчас передний мост убираем. Будем делать новую раму. Скорее всего, да. А может, нет. В общем, оставляй комментарий, подписывайся на канал. Не пропусти новые серии с новым проектом. Так и назовем. Скрещивание ГАЗ-66 и баги. Друзья, по продолжению шишиги. В общем, что было сделано еще? Как видим, будут у нас вот такие колеса стоять. Берем. Было вот так. Сточили вот так. Для чего сточили? Объясняю. Был диск. Вот он. Распиленный. Распилили. Теперь вот это у нас встает вот сюда. Проклеивается и получается вот так. Все на винтики сажается. Как вам идея? Вот он, в общем. Потом вот это скрепляется на болтиках. В любом случае можно будет покрышку достать. Вот так с этой стороны. С этой стороны тоже можно на винтики привернуть. И все будет держаться как следует. Лайк. Продолжаем. В общем, соберу переднюю базу, покажу. Ну что, друзья, вот как-то так у нас вырисовывается. Напишите в комментариях, не сильно широко колеса будут. Еще чуть-чуть. Но она, правда, не прямо стоит. Вот так тут. Как должно колесо правильно быть? Мне кажется, вот так где-то, наверное, да? Должно упирать. Или оставим вот так. Так что, в общем, пишите в комментариях, друзья. Вот такое видео было. Скрещивание баги с шишигой. Так что, кому интересно, что у нас получится, нажми на колокольчик, не пропусти новую серию. Ну, из тебя комментарий. Всем до новых встреч. Так, друзья, изготавливаем раму. Итак, друзья, по продолжению шишиги. Ну что, надо испытать ее по бездорожью, как она у нас получилась. В общем, запускаемся или заводимся. Напишите в комментариях, как там правильно. Thank you.
А, парит, греется. Ну что, друзья, пишите в комментариях, как вам ГАЗ-66 наш? Поедем по бездорожью прокатимся. Ну что, друзья, вот такой у нас проект. Скрестили ГАЗ-66 и баги. Так что, кому интересно, что будет дальше с ней, какие доработки, подписывайтесь на канал, пишите в комментарии. Друзья, решил финалочку снять из... Я не знаю даже, как вам отсюда снять бы. Не знаю. Попробуем. Изнутри пятаки покрутить. Вид из салона, чтобы был. Надеюсь, видно. В общем, не так хорошо видно. Ну ладно.